Дорогие мои друзья, сейчас подписчики все прочие, мне как говорится, сегодня немножко мой скромный талант к гармонии самоучки. Вот смотрите, сейчас вам еще представлю на гармонию. Сейчас тут передача, давай поженимся. Вот я занимаюсь гармонией, да? Там более проблем у людей, я вот занимаюсь гармонией, пока с гармонией. Вот еще я показываю, значит, знаете вы или не знаете, многие знают, а многие не знают. Ну, простые слушатели не могут знать. Гармонисты, конечно, многие знают, но тоже не знают. Это гармон русской строй Винка. Мастера Сараничева. Такой тоже, между прочим. Точно я его не знаю, вообще в нем почти не слышал. Знаешь, что с Нижегородской области? Как говорится, Михаил ММ. Значит, Михаил Михайлович, или как вот, точно не знаю. Сдавал программу, знаешь, что земля. Сдавал программу в компьютере, там ответа никакого почему-то про него нет. Про Потихинах есть. Ну, слышал с местных источников, что это был очень уникальный мастер. И он как, в основном делал про это самое ручное, гармонию ручной работы русского строя, то есть венки. Венка, как вы знаете, Вена это Австрия, да, где-то оттуда это, вот, изобрели ее, да? Ну вот у нас тоже схватили наши мастера, на фабриках и гараже делали. И вот, значит, он сделал так, в основном русский гармонию русского строя. Мастер, она уникальная, она вообще уникальнее считает, чем братья Потихины. Потому что вот я знаю, что он еще раньше жил. Такой он умер где-то. Я знаю, что он в интернете тут писал. В 1933 году умер он. Сколько лет было, чего. В каком районе, знаешь, что слышишь, Семеновского района. Значит, у меня где-то вот, по прямой, да, километров 100. Ну, что здесь все рядом, все. Это моя земля, все здесь недалеко. Вот. Семеновский район Нижегородской области. Ну, чем еще уникально, я слышу то, что он был якобы являлся еще добавок учителем братьев Потихин, знаменитых, сами знаете, да? Вот. И вот они, видимо, научились и тоже делали. Они делали и русский строй делали, но в основном хроматический строй, 25-25. И значит, русский строй венки делали 23-16, 21-16, там 21-12, такого примерно строя. Вот это гармония. Обычно вот я вам перед этим показываю гармонь братья Потехина, вы видели в сюжете, да? Там, значит, она восьмипланка, 23 на 16. Восьмипланка. Как говорится, строй, так, строй РДС, не забыл, какой строй. Соль, я забыл уже. И тут соль, по-моему, есть. Точно не помню, но уже забыл. И вот это самое, но она вот шестипланка, допустим, и как бы вроде должны восьмипланка сильнее, но она не уступит, это шестипланка мастера Саранча, она не уступит. Является очень уникальной, она как говорится старейшая. Представляете, какой мастер был? Уникальный уникальщина вообще. Как сказать, это достояние России, достояние мирового значения. Я могу Красную книгу записывать, я так считаю. Она звучит не хуже, использовал ту ли соль. Забыл тоже, соль, по-моему, как соль есть. Сейчас примем с послушки голоса. Демонстрируй.
еще хочу заострить внимание, вот этот наигрыш, да, как бы, ну, это страдание считается, да? Сейчас играл, да? У тебя раньше тоже говорил, может, заметить, что это, я это был в детстве слышал. Я уже маленько, видно, наверное, хромки-то играл. Не был дед. Отца уже не было, но видно, маленько играл. Это так давно это было. Помогал, как говорится, родственник крышу крыть, он как бабушке помогал. Она купила дом раньше в то время и помогала ему крышу крыть. Потом пришли к нему, ну, он, значит, его жена с отцовой стороны считается родственник какие-то там. Не близкого колена, но, в общем, дальняя родня, но родня. И вот я пришел к нему, у нас пригласил к себе домой, жили в одной деревне, в селе. И вот, значит, это, он взял гармонь, я так узнал, то ли он сказал, русский строй, у него, помню, что фабричный гармонь. Вот этот наигрыш, который я сейчас сыграл, вот я сыграл. И вот этот наигрыш я понял, на лет 30, наверное, помню, я где-то в 2006 году приобрел, в 2005 русский строй, и вот всю дорогу, я помню его наигрыш, запомнил, вот я сейчас вам воспроизвел. Я уже давно уже, и раньше ролики в интернете были. Вот я его назвал, его звали Владимир по отчеству, забыл, Никишин. Сейчас я ему даю этому наигрышу, наигрыш имени Владимира Никишина. Наш насечанин, земляка, Бутырлинского района, села Букарей, Нижегородской области, Владимир Никишин. Работал он, жил в селе, шел километр за пять. Работал как это с обходчиком, ну, на железнодорожных путях. Ездил на велосипеде. Вот такой мужик. Крыш, в общем, рукодельный мужик был, но сам главное гармонию играл здорово. Вот особенно ходовка, которую я взял, это очень сложная ходовка. Даже Николаевич Новиков тоже заметил, что так как бы никто не играет. Но это все его, я считаю, это он изобрел, никто, ну, это уникальный был мужик-то. Он Владимир, отчество не помню, Никишин. Вот, как говорится, в деревне год назад, наверное, меньше был. Как говорится, ну, вступалец в деревне, вот он умер в 94 году, я все думал, где он куда находится его, как говорится, мощь-то, тело-то будет. Он умер в 1994 году, вот я с ним, как говорится, был на его могиле, так он говорит, да, переговорил, спасибо, он сказал, спасибо тебе, Владимир, раб Божий, представляете, какая ситуация. Вот сейчас что, посмотрите, еще раз повторю. Движение. Служит движение. Вот это он, товарищ, отыграл, Владимир. Все вам доброе, спасибо за внимание, что мог, маленько волнуюсь, вот как мог, гармонь сложная, русский строй. 21-16, шестипланка. Тоже, говорят, желающие, пишите, кому надо.